Подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео за 5 секунд, и тогда злой Пикачу никогда не найдет тебя. Пика-пика! Время вышло. Ну а если успели, молодцы. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Желтый милый покемон, только злобный очень он. Больше никому не помогу. Близко ты не подходи, молния тут впереди. Так что ты скорее в дом беги. Эй, 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 злобный Пика. Эй, 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 стал очень дикий. Людей не любит, их пугать от злости будет. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Злобный Пикачу малыш молниями все искрит. Злится он уже давно, стать добрее не дано. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарий. Какой тебе Пикачу больше нравится, злой или добрый? Как вы уже видели, я вставляю лучшие комментарии в каждое видео. Поэтому лайк мне ты поставь. Пика!